Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 268. В соревнованиях по плаванию Света, Валя, Настя, Катя и Галя заняли со 2 по 6 места. Нам нужно с вами определить, в каком порядке финишировали девочки и с каким отставанием от победительницы. И давайте проиллюстрируем условия задачи с помощью рисунка. В соревнованиях у нас принимали участие Света, Валя, Настя, Катя и Галя. Ну а также, кроме них, задача речь идет о победителе. И отметим, давайте, точкой каждого из участников. То есть получится у нас вот такой вот рисунок. Теперь, если одна девочка отстала от другой, будем на рисунке это показывать с помощью стрелки. То есть от той девочки, которая отстала, к той девочке, от которой отстали, будем проводить стрелку и наверху подписывать, на сколько секунд, то есть сколько у нас секунд отставания. Так, в задаче у нас написано, что Катя на 3 секунды отстала от победительницы. Значит, мы от Кати, от точки К, к победительнице ставим стрелку и подписываем 3 секунды. Так, подписали. Дальше. Написано, что Катя отстала также и от Насти, но на 2 секунды. Ставим стрелку от Кати к Насте, подписываем 2 секунды. Дальше. Но обогнала Галю на 2 секунды. Это Катя обогнала Галю на 2 секунды. Это значит, что Галя отстала от Кати на эти 2 секунды. Значит, мы ставим стрелку от Гали к Кате и подписываем 2 секунды. Валя на 3 секунды отстала от Гали. Значит, от Вали к Гали ставим стрелочку и подписываем 3 секунды. Так, но обогнала Свету на 1 секунду. Это про Валю у нас идет речь. То есть Валя обогнала Свету на 1 секунду. Значит, Света отстала от Вали на 1 секунду. Ставим стрелочку от Светы к Вали и подписываем 1 секунда. Проиллюстрировали. Дальше. У нас от Кати и к Насте идет стрелочка и к победительнице. Но непонятно, на сколько и от кого отстала Настя. Катя отстала от победительницы на 3 секунды, но на 2 секунды отстала от Насти. Это значит, что Настя отстала от победительницы на 1 секунду. То есть ставим стрелочку от Насти к победительнице и подписываем 1 секунда. Ну а теперь сразу становится понятным, в какой последовательности финишировали девочки. Так как Настя отстала от победительницы на меньшее количество времени, то первой финишировала Настя, второй Катя, за Катей Галя, дальше Валя. И последней финишировала Света. Теперь осталось разобраться с отставанием. Мы с вами уже выяснили, что Настя отстала от победительницы на 1 секунду. Катя, сразу было записано, что отстала от победительницы на 3 секунды. Насколько же отстала у нас Галя? Она отстала от Кати на 2 секунды, а Катя отстала от победительницы на 3 секунды. То есть 3 плюс 2 на 5 секунд. Валя отстала на 3 плюс 2 и плюс еще 3. 3 плюс 2 и плюс 3 получается на 8 секунд. И Света отстала от победительницы на 3 плюс 2 плюс 3 и плюс 1 на 9 секунд. Разобрались с заданием 268. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.